Мой прадедушка Болотнев Иван Антонович родился 5 июля 1926 года в селе Верхнеспасском Рассказовского района Тамбовской области в бедной крестьянской семье. Учился в Верхнеспасской средней школе. Закончил 5 классов. Надо было зарабатывать себе на одежду, питание. Пошел работать в колхоз имени Красной Армии. После окончания курсов стал работать трактористом. Началась война. Призвали в армию, сразу на передовую. Дошел до Праги и участвовал во многих боевых сражениях. Брал город Будапешт, столицу Вены, за что и был награжден медалью. Также медаль за освобождение Праги, города Тата, озера Блатон, где участвовал до 4000 танков и большое число пехоты. Иван Антонович был 2 раза ранен. Первое ранение было в руку под городом Кичкемет, второе ранение в голову под городом Брно. Демобилизовался в 1950 году. После демобилизации до пенсии работал в колхозе имени Ленина. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Умер 4 февраля 2004 года.